Сегодня Сочи – круглогодичный курорт, на территории которого проводится масса спортивных и развлекательных мероприятий. Поэтому качество отдыха должно быть на высоком уровне. Подготовка к началу пляжного сезона – главная тема встречи. В 2016 году на территории Сочи отдохнуло 6,5 миллионов туристов. В этот летний сезон городские власти позиции сдавать не намерены. У нас нет вариантов сегодня. Нет вариантов. Особенно в этот год, еще и фестиваль молодежи. И вообще все эти событийные мероприятия, они круглый год дают нам хорошего такого гостя, который платит деньги для бизнеса. Но он и очень привередлив. Этот гость, этот турист, он приехал оттуда. К началу летнего сезона все городские пляжи, а их 191, должны привести к принятым стандартам, а инфраструктура соответствовать единому архитектурному облику. Появятся дополнительные раздевалки и душевые кабины. Основные работы по благоустройству пляжных территорий завершены, однако и проблемы еще остались. Одна из самых наболевших тем – это наличие бесплатных туалетов. Пока не на всех пляжах они есть, а если даже и есть, то платные. Поэтому городские власти всех собственников пляжных территорий обязали установить бесплатные туалетные комнаты. Нужно определить место возле сувениров, или там где-то стоянка, или с другой стороны, это должно быть конкретно, понимаете? И так, как он сказал, у нас будет, что такое будет? Это вот есть определенное место. Отдельной темой обсуждения стал пляж в районе Красного Штурма. Неоднократно то закрывали, то снова открывали путь к морю для туристов и их личного транспорта. Сейчас никаких преград для посещения этого участка побережья нет. Впрочем, и условий для комфортного отдыха там тоже немного. Попытки облагородить территорию и открыть на Красном Штурме успешный бизнес были, но до реализации проекта дело не дошло. Глава города предложил местным предпринимателям взять пляж во временное пользование и навести там порядок. И почему не отдать тот пляж и место? И местным предпринимателям. Есть, пусть кредиты возьмут, кто умеет Ибицу лезть. Сделайте нормальный пляж и зарабатывайте. Обсудили на совещании вопросы безопасности на воде. Традиционно в сезон на всех пляжах будут работать спасатели. Закроют проход на технические зоны. Под особый контроль возьмут и продавцов-нелегалов, чтобы минимизировать случаи отравления некачественной пищей. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.